327 свертков с наркотиками изъяли сотрудники люберецкой полиции у двух молодых людей. Задержать преступников удалось во время патрулирования Кузьминского лесопарка. Общая масса психотропного вещества составила более 130 граммов. Злоумышленники помещали свертки с запрещенными веществами в специальные тайники-закладки. Затем фотографировали на телефон их местонахождение. Реализовать наркотики молодые люди собирались через социальные сети. Но их планам помешали сотрудники полиции. Теперь преступникам грозит до 20 лет лишения свободы. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.